Дорогие друзья, всем рекомендую вот такой рецепт. Довольно-таки простой, для поддержания иммунитета, для здоровья, для сил, повышения сил, работоспособности, конечно. Берется кружечка, кружечку натираем сначала где-то имбиря ложку, чайную ложечку, чтобы много не надо. Затем берется долька лимончика. Также мы раз ее сюда. Потом берем ягоды брусники. Брусника, обязательно брусники. И сюда мы ее будем сейчас насыпать. Насыпаем брусникой. Вот так вот побольше. Ну и красивенько так будет. Затем берем мед. Вот у нас медок такой свой хороший, вкусный. Вкуснятина. Ну, ложка полная, это слишком много будет. Поэтому так чуть поменьше. Вот так вот, да. Так вот, медика сюда кидаем. Представляете, какой-то бомбический коктейлька получается, а? Вообще супер. И теперь заливаем это. Заливаем кипяточком. Реально, это будет просто бомбический такой напиток. Всем рекомендую. Очень хороший. Немножко помешаем. Лимончик, имбирь. Это сила. Это реальная сила. Болеть не будете. Всем здоровья. Пока.